что говорят? Что говорят? А что говорят? Воздухом нельзя дышать. Мы хотели пройти в парк. Ну, а они? Нет. Не пускают. Чего не пропускают? Не знаю. Тогда не знаю. А как пройти к вам? Как можно пройти сюда? Обычно нет. По билетам. По билетам? А где билеты купить можно? Снимается. Ну, я все снимаю. Билеты раздаются. А где можно получить? Уже по запросу. Так ночью ставили трибуну. Какую? А? Ну, вам не дали билет? Нет, мне не дали билет. Извиняемся, вы не можете посетить данное мероприятие. Идешь по январю, холодно следы на ночь. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. За годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Правительственные учреждения. От работы государственного аппарата зависит очень много. Начиная от подачи тепла в ваши, наши с вами дома и заканчивая всей экономикой нашей страны. Представьте себе, если власть хотя бы на небольшое время перестанет действовать и работать, это может привести нашу страну к колоссальным проблемам. Мы не допустим никаких попыток государственного переворота. Дорогие сограждане, дорогие киевляне и гости столицы, к микрофону приглашается народный депутат Украины, фракция партии региона Сергей Горохов. Люди приїхали деньжат скосити, а я якби лучше не людей би вивозив, а в казну положив би ті гроші, що дав оце пороздавав на вітер. Ясна, принципиально. Все организации, объединяющие под своими знаменами более чем 500 000 наших соотечественников, хочу зачитать для вас, дорогие сограждане, заявление Общевойского союза Украины о евроинтеграционных процессах. Общевойский союз Украины
в интересах национальной безопасности Украины процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС приостановлен. Киев – это столица нашего государства, в котором каждый из нас достойный гражданин великой страны. Мы собрались здесь, чтобы еще раз заявить о гражданской поддержке президента Украины Виктора Януковича, о нашей поддержке правительства нашей страны на главе с Николаем Ивановичем Азаром. Мы поддерживаем наше правительство, мы поддерживаем самую мощную политическую партию Украины, партию регионов. И я, Олег Калашников, горжусь тем, что я член партии регионов. Вместе мы победим!